Мэри беременна, поэтому Екатерина даже видеть Алекса не хочет. Он никак не может найти работу, поэтому Мэри решила предложить бывшему возлюбленному работу у ее отца. А Даня уже поступил в ту же школу, где учится Ника. В первый же день у него возникает спор с Назаром, который приревновал к Нате. Смотри новый сезон телесериала «Решетка. Школа на 1+1».